Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня мы проведем классный эксперимент в Майнкрафте по Activision. Сегодня наши ставки будут 100 жителей против 1 зомби. Ну, конечно, знаете, кто победит, но все же давайте проверим. Здесь ровно 100 жителей, и что ж, спавним одного злого зомби, который должен превратить всех этих жителей в зомби. Да, вот заспавнился такой зомби с железным мечом, но меня почему-то сильно начал лагать Майнкрафт, когда начали бегать вот эти жители. У нас уже стало 3 зомби. Так, они увеличиваются, как видите. Но эти зомби почему-то маленько тупят. Уже стало 4 зомби. 5, 6. Они очень быстро мутируют. Это просто классно. Да, как видите, эксперимент удается. Потихоньку они все превращают вот такие зомби. Превращаются в зомби. Да, это просто жесть. Да, здесь ровно было 100 зомби. Заспавнил их с помощью... Угадайте, чего? С помощью раздатчика, да. Так... Как видите, здесь очень-очень много мутированных. И началось все это на вот этого зомби, который там бегает в кучке. И появилось столько деревенских зомби-жителей, которых просто невозможно считать. Ну, как невозможно? Получается, здесь должно получиться около 100 одного зомби. Да, примерно так. А почему спросите так? А потому что один зомби был заспавнен именно нами. И каждый житель превращается в этого зомби. Так, Майнкрафт, не лагай. Все пока что нормально, но куча... Куча просто этих зомби. Давайте маленько убавим звуки. И звуки здесь просто шикарные. Наши зомби почему-то проваливаются сквозь стенку. Ну это просто жесть. Надеюсь, всем понравилось. Но это был довольно классный эксперимент. И надеюсь, он заслуживает лайка. Ну что ж. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если хотите, чтобы продолжать эксперименты, пишите в комментарии.